И всем привет, приветствую вас на канале Косарев Геймс. Это игра Sky. Давайте посмотрим, что она из себя представляет. Я пока не буду делить ее на части, мы посмотрим. Если игра нам зайдет, то будем и дальше снимать. А если она будет короткой, то куда деваться? Так, а что нам тут делать? Ага. Взлетай. И что нам тут делать? Ну, на самолете мы движемся, и что? Я не вижу врагов. Давайте по лодке попробуем попасть. Так, сейчас откроем огонь по цели. Серьезно? Вообще ноль эмоций. Игра сразу видно нарисованная. Понять мы ничего не можем. Что, куда и когда движется. Вон вроде самолет, истребитель. И как нам в него попасть? Не понял. А что нам надо сделать? Ну вообще их не можем подбить, прикинь, мы сквозь них пролетаем. Может сесть нужно? На воду? Ты смотри, тут вещи какие-то надо искать. Это поисковик. Ты просто собираешь вещи. И все. Вот она вся игра. Очень занимательная. Ну что ж, я думаю, на этом можно прощаться. И вот такой вот обзор небольшой игры. Sky — это игра, где ты летаешь на самолете, ищешь различные вещи,
И возможно только после этого тебе дадут повоевать с кем-нибудь, постреляться. Ну что ж, первый раз в жизни, ну, долго нам не попадалось дерьмо, когда я искал что-то необычное, да, пытался найти для вас. Долго нам не попадалась одна херня. И, видимо, настало время наткнуться на эту херню. Ну вот что это такое? В общем, всем пока. Вот такой был обзорчик игры. До скорых встреч.